Нечаянная мысль встревожила меня, и сердце учащенно стало биться, когда последний раз молилась я о тех, о ком не хочется молиться. Всплывают в памяти родные и друзья, их добрые, приветливые лица, и дочери мои, и сыновья. О них не забываю я молиться. Их имена украсила узором, молитвами и добрым пожеланием. Но мысль, звучавшая в душе с укором, напомнила слова Священного Писания. Какая польза человеку от того, если приветствует он только своих братьев, если он любит только любящих его, открыв им широко свои объятия. А тех, кого мы любим от души, легко молиться, им легко прощать. На помощь к ним без замедления мы спешим, стараясь им все лучшее отдать. А за обидчика, чьи острые полозья избороздили сердце все до края, кто сбив небрежно лучшие колосья, втоптал их в землю, жалости не зная. Не утихает боль, и раны кровоточат даже от легкого руки прикосновения. Ну кто, скажите, о таких молиться хочет? Молитвою любви и полного прощения. В момент телесной и духовной битвы друзья Иова беспощадно допекали. Не думали они, что от его молитвы зависит их судьба. О том они не знали. А он о них молился. Он умел смириться. Молился искренно и плакал перед Богом. И Бог за все воздал ему старицей, благословил его, всего дал много-много. Путь к тайнам вечности и к тайнам бытия отмечен унижением и смирением. Неважно то, что скажут о тебе друзья, ты должен им ответить любовью и прощением. В предсмертный час земли и неба властелин за недругов и за друзей своих молился. Царь и Мессия, вечный Божий Сын, у ног Иуды, омывая ноги, на коленях преклонился. Решалась судьба всемирного прощения. Смотрело небо, затаив дыхание, как опускается на землю дверь спасения. Победа рождена была в страдании. Призвание наше всех благословлять, врагов и проклинающих, гонящих и обижающих нас от души прощать, любить их точно так, как и любящих. За них молиться, если даже нет желания, и для молитвы часто не находим слова. Пускай молитва начинается с молчания. Душа в молитве все простить готова. Испытанная в бурях стойкая душа придет обветренней и ступит на порог. И вдруг затихнет все. О, как же хороша, смугла ты, но прекрасна, скажет Бог. Молитесь, мои милые друзья, о тех, о ком не хочется молиться. Благословляйте их, используйте богатство бытия. Благословенье вам не мерой возвратится. Аминь.